Всем добрый день, у нас уже день. Ребятки бегают, прыгают, скачут. Подарила Ильюше подарок, и он ушел. Мы достали компотик, баночку вишневую. Вишню, да. И что я хотела? И спустили черемуху 8 банок. Кабачковую икру в холодильник убрала, часть уже поели. Видите, уже кушают ребятки, довольные. Сказали, очень вкусно. Но я добавила много томатной пасты. Из-за этого оно немного кислит. Ну ничего, сейчас быстро съедят. Сегодня буду еще варить кабачковую икру. Так что потихонечку будем запасаться на зиму. Ладно, дорогие друзья, всем хорошего дня и хорошего настроения. Ребята, смотрите, что Ильюше подарила егоная девушка. Вот такой вот наборчик. Тут сыр, косичка сыр, колбаски. Там что-то спиртное вроде бы какое-то или что стоит. Ну вот факт, что такой подарок она ему подарила. Ну а мама ему подарила серебряный крестик. Муж сходил в магазин, купил картошки, я его попросила. Не знала, что приготовить. Что-то ничего путем есть неохота, а решила сделать пюре и рыбу сейчас в духовке запеку. Сейчас почищу рыбу, замариную ее, а потом в духовку быстренько отправлю и запеку. А муж на летней кухне варит пюре. Так что будем готовить сейчас. Если интересно, оставайтесь с нами. Рыба у меня почти уже размариновала, ну, растаяла. Сейчас я ее почищу и замариную. Дорогие друзья, мы уже сварили пюре. Вон целую кастрюлю, кто-то захочет, еще добавит. Я сделала рыбу в минтай. Просто в духовке запекла с солью, с перцем. Больше ничего не стала добавлять. Лук, потому что дети у меня не все едят. Просто рыбку просили поесть, поэтому сделала. Сейчас накладываю и кормлю детей. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Все, наложила всем. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. А мы пошли кушать. Дорогие друзья, у нас время вечер. Света с Катей ушли в баню мыться. А я сегодня ничего не снимала, потому что я шинковала кабачки, лук, морковку. Короче, я опять делаю кабачковую икру. Срезала сегодня последние крупные кабачки. Там остались немножко маленькие такие совсем. Их пока не трогаю, пусть подрастут еще. И варю кабачковую икру. Так что вот так вот. Сварю, посмотрим, что получится. Наложила себе пюре поесть. Я сегодня еще ничего не ела просто. Ребятки опять сели кушать. Ладно, буду варить кабачковую икру. Ничего уже не снимала, ничего не показывала, потому что людям многим не нравится то, что я одно и то же показываю. Ну так. Ладно, варим. Так, дорогие друзья, у нас время ночи. Я закатала баночки. У меня получилось 6 в этот раз больших баночек. И одна вот так вот. Ну, тут как получается показать-то вот так вот. Немножко. Все, сейчас убираю их под полотенце. И до полного остывания. Всем добрый день, дорогие друзья. Я поехала в город. Хотела с Егором ехать, он ни в какую. Мама, я не поеду. Я не знаю, что мне надо. Мне ничего не надо. Короче, заколебал. Я говорю, Егор, тебе на брюки, рубашку. Он говорит, мама, у меня остались с того года. Ладно, он говорит, давай я сейчас померю. Потом, говорит, это завтра, говорит, с тобой съездим. Я говорю, ладно, давай. Сегодня, значит, Свету взяла с собой. Поедем сейчас со Светой покупать ко школе то, что ей надо. Посмотрим, выберем, купим сразу. Если вам интересно, то поехали с нами. Все, готово? Все, поехали мы. У нас на улице идет дождик, мы под зонтиком спрятались. Идем сначала вот в этот магазин с одеждой, а потом вот туда, в Три Семерки. Ладно, идем со Светиком ей покупать сначала одежду. Так, меряет джинсы. Пуговицы, да, нету? А нет, есть пуговицы. Но это прорезать надо будет самим. А так, в принципе, нормально. Ну-ка, попой повернись. И считай, можно под низ даже еще колготки одеть, да? Влезет уже еще, да. Ну, тут есть еще пространство. Че?
Еще футболку будет сейчас мерить. Футболку поверх футболки делаю. Ну-ка, полную длину сделай. Ну, в принципе, она нормальная, Света. Угу. Че? Давай. Будешь брать? Да. Ну все, тогда переодевайся. А какой? Какой будем брать шампунь-то? Я не знаю. Ходу шел, у нас тут он только есть. Шампу, по идее, вот есть. Невея. Чистая линия, думаешь, да, хорошая? Да, она хорошая. Ну смотри сама, какой тебе надо. Тут, по идее, вон есть маточное молочко, жидкое мыло, масло, гели. Есть, они разные. А тут, кстати, где-то я видела такую... Вон, Света, скраб, который ты хотела. Ага. Надо? Да. Вот такой вот. Его. А, ну сейчас сама подойдешь, посмотришь. Давай, я подержу, а ты смотри. А какие? Они одинаковые. А нет, разные точно. Сейчас тебе достану. На, смотри. А ты, какой у тебя был? У меня был розовый еще. Розовое я тут не вижу. Сейчас посмотрим. Тут зеленые остались. И вот этот вот коричневый. Этот попробуешь? Да. Это с чем? С корабля тела. Подожди. Папа. Кофе? Рафилен, кофе. Ну, давай. На. Так. Надо было еще остальные. Ну, у нас есть кусковое дома. Тоник для лица тебе не надо? А, тоненький есть еще? Вон, маски глиняные. Разные есть. Тут вот... Это что? Скраб пилинг для тела. Вот глиняная маска. Глина для тела и волос. Для лица, тела и волос. Давай такой возьмем. Угу. А там разные. Там мертвое море еще минеральное. Что такое? Вот еще есть маска для волос. Какао, скраб для тела. Давай такую возьмем, попробуем. О, вот это который у нас сейчас есть. А, у нас вот такой точно. Но он еще есть. Тут еще другой есть. Смотри. Универсальный увлажняющий крем с витамином Е. Там тоже. Ну, по сути, тут много чего привезли. Бодяга. А это что такое? Свежая косметика, огурец, целуя, маска для лица увлажняющая. Такая. Не, ну, маска-то у нас есть разные. Вон, стрики, баночки. А это что такое? Я не знаю. Маска для, курс четырехтканевые маски для лица. Тут. Тканевые? Да, тканевые. Да ну нафиг. Я такую не хочу. Крем восстанавливающий ночной. Маска скраб, очищающая не гладкость. Жидкое мыло у нас есть. Салфетки много. Есть. Да, много. Прокладки у нас пришли. Прокладки мы не берем. Так, мне надо было средство. Средство для очищения пятен. Вот там вот мне сейчас туда пока не подойти. Okay. Дезинфицирующее средство, гель. Это что такое? Экстра чистинул. Это не то черное. Вот это вот мне, кстати, надо. Возьми ее, пожалуйста. Она очень хорошая. И сейчас посмотрим здесь, что у нас есть. Гель сорти. А нету. В тот раз тут были спрейные. Нету. Ладно, идем дальше. Средства для мытья посуды. Пойдем сюда. Пойдем выбирать контейнер. Все, дорогие друзья, купили все, что надо. Я сбегала, еще купила пакетик черники. Ну, тут литровая ведерко. Не черники, а красной смородины. Деткам сейчас покушать, чтобы. Света меня ждет на остановке. И бежим на остановку. Все, что уже купили, покажу вам дома. Ну, вот. Мимо памятника иду. Сейчас постараюсь заснять, показать вам памятник сам. Вот сзади у него тут зарисовки, смотрите, тоже интересные. Красивые зарисовочки. Потому что тут мне как-то попросили показать поближе памятник. Сейчас покажу. И вот он. Статуэтки. Это не памятник, это фонтан. Такие вот красивые.
Ладно, бежим. Мама медведица. И цветочек целая куча. Голуби. И тут вон целая аллея голубей. А Света у меня там на остановке сидит, ждет. Она уже устала ходить. Купили все, что надо. И сейчас, думаю, покажем все, что мы купили. Будет у нас примерочка такая. Если интересно, то оставайтесь с нами.